Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, и я его ведущий Красов Сергей. И сегодня мы поговорим о такой теме, как спортивное питание для детей. И расскажет нам об этом Дмитрий Потапов. Всем привет, я Дмитрий Потапов, эксперт в области спортивного питания. Стаж работы уже более 12 лет, и сейчас я с вами поделюсь о том, что на моей практике было интересного в связи с вопросом Сергея. Смотрите, вообще состав спортивного питания очень схож к составу обычных продуктов. И если говорить о составе детского питания и спортивного, они очень сильно схожи. Да? Если берем детское питание, состав его балансирует в составе, опять же, белки, углеводы, витамины, минералы в определенных количествах и жиры. Да? Фактически, если перенестись в профиль спортивного питания, это у нас получится гейнер. Гейнер, причем с высоким гликемическим индексом. Потому что в детском питании не все производители, но очень часто в детском питании находится много быстрых углеводов типа сахара. То есть, не знаю, конечно, для чего кладут детям такое количество сахара, но, в принципе, почему-то это присутствует, этот момент. Потому что я знаю, смотрел, разглядывал очень часто полки с детским питанием, видел состав. Что касается того, с какого возраста можно давать детям спортивное питание. Как я уже сказал, фактически производители спортивного обычного питания для детей делают то же самое спортивное питание и дают его детям. Да? То есть это получается, что ну, практически там, с полугодовалого возраста уже человеку можно принимать схожие продукты. Что касается самих продуктов в спортивном питании, идет лейбл везде то, что можно принимать от 18 лет. Но опять же, это в том случае, если вы не консультируетесь со специалистом, с врачом или специалистом-диетологом по данному вопросу. Если же, опять же, врач грамотный и он умеет подбирать продукты спортивного питания для детей, как это происходит в спортивных школах, то где-то с 5-6 лет, начиная детям в спортивных школах, уже выдают порционно и протеины, гейнеры, аминокислоты, даже креатин бывает. То есть в некоторых спортивных школах это уже принято. И, в принципе, абсолютно правильно, потому что это ингредиенты безопасные, они не влияют негативно на физическое развитие ребенка, на нервную систему ребенка, только имеют позитивный эффект. Опять же, что нельзя давать детям, какие категории спортивного питания? Это же, конечно, предтренировочные комплексы. Абсолютно, да. Любые предтренировочные комплексы, содержащие кофеин, не содержащие кофеин, так или иначе, потому что в них содержатся энергетики. Это в большом количестве аминокислоты, которые именно в большом количестве вызывают стимуляцию нервного импульса. Такие аминокислоты, как тирозин, таурин, триптофан, в больших дозировках, конечно, детям давать не стоит. Что касается энергетиков, то есть это гуаран, любые источники кофеина, возбуждающие вещества, которые имеются как в претрениках, так и в энергетиках, детям, естественно, давать не стоит. Детям и подросткам, ну, фактически до 18 лет. В связи с тем, что у них еще нестабильно сформирована нервная система, и, сами понимаете, ребенку кофе давать нельзя. Такая же ситуация и с энергетиками, и с спортивного питания. Что еще нежелательно давать детям? Жиросжигатели. Жиросжигатели, кроме L-карнитина. Да, жиросжигатели, кроме L-карнитина, они раскручивают обмен веществ, и в частности, воздействие идет очень мощное на нервную систему, также как, потому что нервная система у нас один из основных источников потребления калорий в организме. Да. Что можно из жиросжигателей безопасных абсолютно давать детям? L-карнитин. L-карнитин – это вообще специальная добавка, которая в принципе своем разрабатывалась для детей,
недоношенных, которые плохо развиваются физически, естественно, в силу того, что родились там семимесячными, к примеру, да, ну, с ослабленным здоровьем, да. То есть эту добавку, естественно, можно всем, начиная с любого возраста, детям давать в умеренных количествах. Опять же, стоит проконсультироваться с врачом или с диетологом по поводу именно дозировки карнитина. Дальше. Спортивное питание, опять же, что давать детям опасно? Профессиональные витамины с большим содержанием, опять же, витаминов основных, как жирорастворимых, так и водорастворимых. Многие, опять же, из профессиональных витаминов содержат такие компоненты, как мы сказали, тирозин, таурин, кофеин. Поэтому данные продукты мы исключаем из рациона. Лучше для детей или подростков взять либо специализированные витамины. В спортивном питании они прям так называются, kids vits. То есть витамины для детей, если переводить с английского. Да? То есть искать такую аббревиатуру или спросить у консультанта. Либо, естественно, давать витаминки послабже в плане аптечных. То есть аптечные витаминки для детей с определенного возраста, естественно, подходят. Далее, что нужно и можно для ребят, начиная с возраста, так образно, опять же, возьмем где-то лет 6, для детей тренируются, которые, особенно в спортивных школах, которые профессионально практически уже многие дети занимаются, да, таких видах, как спортивная гимнастика, таких видах спорта, во многих практически начинают дети заниматься с 4-5 лет, да, чтобы достичь какого-то профессионального уровня потом в будущем. И, естественно, им нужна поддержка, потому что тех питательных веществ, именно структурных компонентов пищи, белков, жиров, углеводов, микроэлементов в обычной еде им не хватает. Естественно, это можно подчеркивать из спортивного питания. Это аминокислоты, любые аминокислотные комплексы сбалансированного состава, плюс БЦ-аминокислоты можно, опять же, давать нужно. Протеин, то есть это тот же самый белок, только очищенный и легкий на усвоение, потому что для ребенка, чтобы восстановиться, там, кусок здоровой говядины, съесть и переварить – это проблема. А половинку порции протеина выпить и усвоить – это не проблема ни для ребенка, ни для взрослого, потому что протеины в основном в своей массе обработаны и очень легко усваиваются, и состоят из ингредиентов, таких как сыворотка молока, то есть предельно легкий белок на усвоение, то есть детям идеально подходит. Если ребенок не добирает калорий, в принципе, да, очень худенький, ну, тем более еще у детей проблемы с аппетитом, да, кроме конфет, ну, практически ничего не едят, мандаринов и так далее, сам помню себя в детстве. И, естественно, они хотят, чтобы повкуснее, чтобы послаще, и такое что-то максимально интересное для них, да, не суп это, какой-нибудь коктейль вкусный они хотят. Для этой ситуации можно подобрать специальный гейнер. Гейнер, опять же, я сам лично придерживаюсь, что нужен гейнер с высоким гликемическим индексом только в том случае, если ребенок действительно эктоморф. Если он не эктоморф, то есть у него от природы крепкое телосложение, тогда можно гейнер с низким гликемическим индексом, где в качестве углеводов содержится не сахара, а в основном рисовая мука и овсяная мука. В основном два типа источника. Еще бывают гейнеры с продуктом, состоящим из кукурузного крахмала. Они обладают низким гликемическим индексом и, естественно, усваиваются долго. Таким образом, обезопасим ребенка от набора лишнего жира, ненужного ему. Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас мы пойдем, у нас тут магазинчик есть рядом недалеко, найдем там детское питание и сравним же, в чем же разница между детским питанием и гейнером. Поехали! Первую попавшуюся банку из детского питания,
Кабрита, вообще неизвестная что фирма. Смысл какой? На 100 грамм порошка содержится у нас белка, причем сывороточного белка, да, как в спортпите, и казеина. В общем и целом 10,7 грамма. Жиров аж 25 граммов, господа, разных. Углеводы в форме лактозы 59 граммов. Вы представляете себе? То есть это во сколько раз калорийнее и сколько вот этого быстрого молочного сахара. Тут просто бешеный гликемический индекс получается. Это очень-очень. То есть я правильно понимаю, смотри, детей грузят жиром и сахаром. Да, для того, по чтобы сути, они нормально по сути, да. То есть детям, видимо, не знаю по каким соображениям, но в принципе фактически с детства прививают склонность к диабету, да. То есть с такой огромное количество лактозы у человека усвоится навряд ли. Это, скорее всего, пойдет жир уже у ребенка. Тем более он не тренируется, активный образ жизни не ведет, естественно. Это сразу прямиком уже. То есть задумайтесь, даже мы с Димой как бы не стали бы есть столько сахара и жира, в принципе. Хотя мы не дети, да, вроде бы можно как бы согрешить. Ну, примерно такой же состав у других мам. И единственное, что хорошо, то, что содержится пребиотики, к примеру, да. Но в целом, в общем и целом, это ничего не решает данную ситуацию. Итак, дорогие зрители, хочу вам озвучить два основных состава белково-углеводных смесей, которые производятся в спортивном питании. Это белковая смесь с высоким гликемическим индексом и низким содержанием белка, и углеводная смесь с, наоборот, низким гликемическим индексом и высоким содержанием белка. Итак, с высоким гликемическим индексом. Что у нас идет в составе? Смотрите, обратите внимание. То есть в каждой порции на 100 грамм продукта у нас идет 20% белка. То есть это получается, к примеру, в этом гейнер содержится у нас 19,9 граммов белка, в данном случае молочной сыворотки, углеводов 70 грамм на 100 грамм продукта, ну и 8 грамм жиров. Если зайдем уже в состав гейнера, то здесь будет видно, что в качестве белка используется именно сыворотка молока, в качестве углеводов мальтодекстрин с высоким гликемическим индексом углевод и пищевые волокна. Что касается гейнера с высоким содержанием белка и низким гликемическим индексом, вот очень хороший пример будет здесь, британский гейнер. У него идет в составе, смотрите, вот обратите внимание, 42 грамма белка на 100 грамм продукта, 46 граммов углеводов. Из них только 5,9 в качестве источников долгих углеводов. Здесь используется рисовый и кукурузный крахмал.